Станция метро Красносельская. На платформе девушка с рюкзаком. Стоит у самого края и потом резко исчезает с камер видеонаблюдения. Обморок. Почти сразу с высоты перрона над ней склоняется толпа людей. Внизу будто кадры из фильма ужасов. До прибытия поезда секунды. В последний момент двое бросаются спасать. По правилам, если на ваших глазах человек упал с платформы, на помощь нужно звать сотрудников метрополитена. Но на это нужно время. Тут все решали мгновение. Вслед за упавшей девушкой через 3 секунды на рельсы прыгнули двое мужчин. Через 15 секунд пришел поезд. На платформе напряженное молчание, но скоро все, кто наблюдал за случившимся, с облегчением выдохнут. Никто не пострадал. Двое мужчин успели положить девушку между рельсами на живот. Также сделали сами. Один из них – младший сержант полиции Артем Королюк, который в тот день дежурил на станции. Времени на раздумья практически не было. Надо было предпринимать какие-то действия. Мы ее пытались приподнять, у нас ничего не получилось. Увидев поезд, что он приближается очень близко, мы ее стали оттаскивать между рельсов в жёлоб, в безопасное для жизни место. И, в принципе, поэтому, наверное, все трое мы выжили, что успели, там какие-то секунды играли, но было страшно. Себя Артем Королюк героем вовсе не считает. Говорит, выполнял свой долг, зато его коллеги признаются, поступок достоин уважения и награды. Руководство полицейского главка приняло решение ходатайствовать о представлении младшего сержанта полиции Артема Королюка государственной награде. Уже за кадром Артем признается, спасло не чудо, а знание техники безопасности, о которой за вечной суетой и спешкой метрополитена мы так часто забываем. Не заходите за ограничительную линию у края платформы. Вроде бы известное всем правило, но все равно многие ждут поезд за чертой, а значит в зоне риска. По статистике, каждый год в Москве на рельсы падают в среднем 150 человек. На станции Красносельская мы провели эксперимент. Спросили, что нужно делать, если человек на ваших глазах упал на рельсы. Уверенно ответили, вовсе не все. Я не знаю. Ну как-нибудь стараться помочь. Как я не знаю. Доставай. А как доставать? Уже смотреть надо. Позвать нам помощь, чтобы помогли. Он должен добежать там, где часы, и забраться по лестнице. О том, как действовали ее спасатели, сама пострадавшая девушка узнала уже в больнице. Отделалась легкими ушибами. Ее жизни ничего не угрожает. Екатерина Березовская, Екатерина Белова, Первый канал.